Обожаю эту песню. Ой. Извините, я уже просто заговариваюсь. У меня еще передача была. Да ничего страшного. Так, очень много комментариев. Очень много комментариев. Потом тоже фейсбучное видео просмотреть. Ну, и... Будет у тебя пару месяцев свободных, сядешь, да, как раз на все ответишь. Да, уже более... Так, одна более сколько комментариев, он же не успевает высказаться. Так, тут просили привет и передать 11 человек на радио. Ребят, ну это прям много. Но ты не ответишь словами, что сдали грудь, что я не смогу уснуть, и сердце больное зависло у меня в груди. Мы же сейчас снимаем, потом клип сделаем. Лучший ведущий города Одесса. Ребят, мы просто, мы лучшие, мы всегда держимся вместе. Нам так проще. Ты лучшая, соведущая. Ну такая, не самая лучшая, конечно. Но на эти деньги. Наконец-то нашего жду нам приодели. Все, да, голые, да, все да, время. Я его так нарядил. Все. Ты же знаешь, подарки забирать нельзя. За мое извинение. Мне пишут, а какое количество бэк-вокала было использовано в этом моменте? Как это называется? Сколько девушек здесь поет? Вроде одна. Нет? А это вообще девушка? Ты спрашиваешь человека, у которого такой слух? Подумайте. Ты услышал меня в караоке. Давай ты ответишь. Но судя по его реакции, одна неправильно. То есть ты мне бросил под кран просто. Две девушки. Да. Мне кажется, что это ты поешь. Да. Я тебе сделаю.